Привет вас, уважаемые коллеги. Если вы занимаетесь сувенирными изделиями, то, конечно, вы столкнулись с проблемой перехода специальных налоговых режимов на общий режим налогообложения. И большинство ювелиров столкнулись с проблемой о том, что появился очень большой НДС, появился очень большой налог на прибыль и появился иногда, в каких-то случаях, появился НДФЛ. Что с этим делать, мало вообще кто знает. Вот, и люди начали оптимизировать налоги. То есть при том, что так оптимизировать, что у некоторых это вызвало просто колоссальнейший интерес со стороны налоговой службы. Поэтому специально для ювелиров, тех, кто занимается продажей ювелирных изделий, мы подготовили такой так называемый промежуточный семинар, связанный с тем, что какие ошибки люди допустили в 2023 году, оптимизируя налоги ювелирной отрасли. То есть прямо разберем все ошибки, что там правильно, и самое главное, мы разберем те варианты, которые оказались очень эффективными, с которыми согласна налоговая служба, и реально тот, кто, значит, заморочился и решил изучить действующее российское законодательство, понял, что, оказывается, ничего страшного-то нет в переходе со специального налогового режима на общий режим налогообложения. Не верите? Приходите к нам на семинар 17 августа 2023 года. Поговорите с нами и поговорите с вашими коллегами по работе. До встречи!